Снова мы. Всем снова огромный привет. Привет. Посылка в этот раз от Иринки. Ее ник на Ютубе Ирина Мания Еричана, что переводится «Рыжая бестия». Но на самом деле у Иринки не просто так такой ник. У нее настолько рыжие волосы, густые, рыжие, кудрявые, поэтому действительно она такая, ну, рыжик-рыжик. Ириш, спасибо тебе огромное. Иринка прислала нам посылку огромную-преогромную. Это самая большая коробка на почте. Вот. Вы представляете, когда сегодня мой муж пришел с двумя коробками? Одна от Викули Оленевой, а вторая от Иринки. Он говорит, лучше бы я умер вчера. Он вот эти вот килограммы все нес на себе. Они еще такие большие, что их под мышку не взять, а только впереди. Ну, в общем... И он тащил вот так, а в руке сумку, а вот так в руке 20 килограмм. Да, две огромные коробки. Ириш, спасибо огромное. На самом деле очень интересно, что же там находится. Так что мы будем сейчас открывать эту посылку. Ставьте на паузу, наливайте себе чай, кофе, валерьянку. Будет долго. Будет долго и, я думаю, интересно. Ну давайте, ой, будем открывать эту посылку. Не, ну на самом деле они неподъемные. Я не знаю, как у меня муж это все донес. Сейчас мы найдем вход в коробку. И будем открывать. Давай. Дай дождусь. Опаньки. Ой, мамочка. Ну а ты-то что? Помогает мне кряхтить со мной. Иринка живет в Москве. Она... У нее волшебная профессия. Я когда была маленькая, я мечтала стать балериной. А Иринка балерина. Представляете? Вау! Вот, Макс представил. Так, сейчас я попробую это дело открыть. Ставь сюда. Так, да. Поставим мы это вот сюда. Вау, сколько тут всего. Ой, как тут много. Вау. Ну, вы знаете, сегодня, на самом деле, если вы следите по каналу, третья посылка, адреналин у нас реально кипит. У Макса шкалит просто. Мы вот только единственное, кофточки передеваем. Да, три раза передевались. Да, передеваемся, чтобы, ну, не было однообразия, как бы новое, ну, с новой волной, как бы. Сначала белое, синее. Да, достаточно. Макс сейчас будет перечислять всю одежду. Можно приступить? Ну, приступаем. Спасибо. Так. Вот такая вот для карандашей втыкалочка. А, точилка? Многоотдельная. Точилка. Смотрите, какая интересная. А я думала, вставлял карандашей. Не вставлялка, а... Как называется? Ну да, интересная точилка. Прям много отделений таких. Я думаю, она... Нет, Максим, она знаешь какая? Mm-hmm. Правильно ты подумал. Вот сюда вставляются карандаши. Ну, как это называется-то? Ну, вот это... А, хранилка карандашей. В общем, хранилка. А точилка-то вот с этой стороны. Wow. На донышке. Поэтому действительно, вот в школе положил на парту, и ручки карандаши сверху вставляются. А это набор такой. Смотри, такой вот набор школьный. С ластиками. Смотрите, какой набор карандашик и ластики. Вот их я и буду вставлять туда. Вот их он и будет. А такие ластики прикольные. Они пойдут ко мне в коллекцию. Не буду их тереть. Какая красота. Я вам сейчас покажу поближе. Посмотрите, какое чудо. Не буду тереть. Уберу в коллекцию. Ирин, спасибо. Ой, как я люблю, когда вот канцелярия, даже если она не мне. Вот такое замечательное детское мыло. Маша и медведь. Да, клубничка и липа. Я вам сейчас покажу, если кто-то не видел. Руки вынимай, руки свободные, чтобы были. Вот зачепу. Да. Вау, красота. Вот такая вот красота. Сейчас я вам поближе покажу. А тут с разных сторон разные. Вот. Это я. Маша и медведь. А ты куда побежал? А с другой стороны просто написано Маша и медведь. Адреналин, конечно, шкалит, поэтому если раздражают, конечно, наши вот это вот... Ну, кипит. Тут уж ничего не поделаешь. Ой, смотрите, какое чудо. Вот такая вот. Это визитница, да? Под карточки. А помнишь, мы видели такие.
Вот такая красивая. Можно мне? Ну давай ты. Спасибо. Вот эти вот деревянные. Мне кажется, там все Максу. Деревянные карандаши с ластиком. Смотри, какие прикольные ластики. Ну правда, смотрите, какой чудо. Смотри. Уи, победа! А дальше, знаете, какие? Вот такая рука и вот такой вот кулачок. Вот такой кулачок. Круто! Классный карандаш. Прям такое все интересное. А еще эта серия набор ластиков монетки. От 50 до 500. Смотрите, какие ластики. Ирина, где ты это все нашла? Посмотрите, да. Какое чудо. Да еще одна серия. Да, вообще такое все интересное, классненькое. Ой, мне прям сама... Ооо, это такой ластик. Это же гигант. Вы только посмотрите. Это не ластик, это гигант. Зато как на парту положит в классе. Все, а может потереть, а может потереть, а может потереть. Правда, вы посмотрите, какое чудо. Он тяжелый. Можно подержать? Если он на камеру маленький, то поверьте, он на самом деле гигантский. Столько интересного, у меня прямо внутри все шкалит. Вы посмотрите. Вот такие 4 телефона. Наборчик. 2 розовых, 2 белых айфона. Да. Такое чудо, вообще такое все интересное. Прелесть. Вот такие вот фломастеры. Фломастеры. Это нам рисовать. В этих. В антистрессах. Я сегодня всю ночь буду рисовать. У меня от 3 посылок такой стресс. Вот видите, они какие еще такие цветные. Мы камеру поближе сейчас поставили. Но у нас мало что умещается теперь. Мишка. Блокнотик. Да, вот такой вот блокнотик Мишка. Такой вот ластичек. Такой прямо. А, да, радостно. Тигренок ластик. Теперь ты мамочка. Твоя очередь. Тут так много всего. Ой, еще карандаши. Карандаши, да еще какие интересные. Да. Вот такие вот. 18 цветов. И у них... Можно подписывать и ломать. Да, у них есть место, куда можно вписать имя, там, фамилию ребенка. Ну, если, например, в школу. Еще не ломаются. Они эластичные, наверное. Ломать их не надо. Не советую ломать. Макса не слушайте. Очень удобные. Они такие три стороны. Треугольные. Да. Вот, мудрый ребенок подсказывает. Сначала не мудрый, а потом мудрый. Ну, не все сразу дается. Ой, такая красота. Вот тебе. Смотрите, какое чудо. Прелесть. Вот такая шкатулочка. Люблю голубой. И там что-то гремит. Вау, ух ты! Прелесть! Вы только посмотрите! Настоящие балерины! Это в технике валяния выполнены бусины, свалены вручную. Это ручная работа. А помнишь, как мы делали цветочки? Это да, тоже типа того? Да, да, да. Мы такие вот делали цветочки, учились валять. А тут свалены вот такой вот браслетик. Очень красиво. Ириш, ты скажи, это ты сама делала? Очень красиво. Ага. Но и видно, вот что... такие вот серьги. Но видно, что ручная работа. Да, шарики, серьги-шарики. Тоже в технике валяния, вообще шикарно. Красота. Вот и вам поближе. Я тут как это, попрыгу не стрекоза, скачу, но... И вот так вот оно красиво смотрелось. Да, вообще. Я люблю голубой. Очень. Это тоже тебе. А, это нам. Это нам, это чай. Ти. Чай, чай. Зеленый, черный, какой? Зеленый, наверное, потому что ромашка. Так. Чайный напиток со вкусом и ароматом яблока с корицей, Гринфилд. Что? Отлично, очень мы любим, заварку это мы любим. А посмотри, там что написано? Herbal tea. Это зеленый или я не понимаю? Вот это? Вот. Гринфилд. А, Herbal? Ага, да. Ну, наверное... Как белый. Называется? Нет, не белый. Ладно. В общем, травяной. Ладно. Потому что с ромашкой. Угу. Вот такое чудо. С другой стороны. О, покажу. Это тебе? Ой, какая прелесть. Это подвесочка. Смотрите, какое чудо. Подвесочка...
Вот такая стрекозка. А так красиво оформлена. Да, и так как интересно. Оформлена. Сюнлич. Санлайч. Санлайч. Ну, английский мы владеем в совершенстве с Максом. Да. Он на уровне 3-го класса, я на уровне начальной школы. Ой, тут столько всего. Ну, давайте мы еще вот тут вокруг бегаем. Папа, можешь быстрее? А, это чтобы протирать очки. Это бабушки наши. Очиститель для очков с брелком для ключей. Это бабушки нашей. Я плохо вижу. Мне очки надо выписать. Можно посмотреть? Вот какое чудо. Смотрите, прям прелесть какая. Это, наверное, на... То есть двух сторон взял и пошел шаркать. А им же можно и краны прочищать. Зачем краны? Ты что? Это же очки чистить. Нет, не стекла. Нет, не краны. А чего? Экран другие. А, экраны. Ну, краны обращайте. Что там? Газовую плиту. Не, им это телефон. Можно же почистить. Так, это мы сегодня уже видели. Смотрите. А у нас еще одна обезьянка, ластик. Это здорово. Вы, наверное, с Викулей договорились. Вот такой слоник, ластик. Жирафик. Так, жирафик у нас не повторился. Вот такой жирафик, ластик. Вот такой пинальчик, в котором что-то есть. Макс уже дальше пошел. Ой, какая красота. Это о, на... Да. Это мне. Смотри, маркеры. Ой, какое чудо. Вот здесь еще один ластик я нашла. Покажи. Вот такой вот. Прикольно. А тут еще что-то есть. Вау, собачка. А тут смайлик. Тихо, тихо, он у меня уже все отнял. Смотри, какой щенок. Правда, смотрите, как интересно. Это что, ластик вообще? Да. Вот такой ластик, я вам сейчас встану покажу. Вот такой вот. Стоп, а это же, кажется, можно ей на ней писать, а потом отрывать следующий листочек. Да. На, определись. Он сейчас пока определяется, а я вам покажу, что было в пенале. Сядь. Ага. А то он тут прыгает, затмевает меня. В общем, в пенале вот столько красоты, вот такие интересные маркеры. Я не понял. Крошечные. И вот такие большие... Кисточки такие. И фломастеры. Сейчас я вам покажу. Стоп, открой их. Это тонкие фломастеры. Да, желтеньким пишут. Вот такой оригинальный фломастер. Вообще очень интересно. Я не поняла, или это стикер? Так что? Открой. Надо открывать. Что-то мы в этом ролике уже искричались. И вот такой смайлик. Покажи. У нас есть такая влюбленная парочка, которые были самыми первыми у Максимки ластиками. А это отрывная. Посмотри, вот такие вот листочки отрывные. По очереди говорим. Вот. И это будет третий. То есть такой мордочки у нас не было. Показывай. Смотри, это отрывные листочки. Да, тут отрывные маленькие листочки. А тут можно подписать что-нибудь. Так, это не то. И вот такой вот типа домик. В общем, тут надо сообразить немножко, как это вот... Собрать. Да. Вот это надо как-то собрать. Ну, мы соберем. Я вот здесь вот поставлю в стороночке. Да. Мы соберем. А можно мне начать? Вау! Столько... Можно мне начать? Вот такие вот они три. Классные. Разноцветные. А маленьких раз, два, три, четыре, пять, шесть. Маленьких шесть. Можно мне? Можно сейчас, показать? Можно, можно. Вот таких шесть. Косу, посмотри, какая прелесть. Ого. Вот такой вот пенальчик крутой с фломастерами. Правда, смотрите, фломастеры на водной основе. А, вот. Вот такой вот. Они что ли могут писать в воде? Ну, мы разберемся. Ага. 12 будет... цветов очень вообще классные. Такая ручка еще. Будет у нас пенальчик. Очень удобно и в класс, например, взять, в школу. Ты меня подготовила к школе. Канцелярии подарила. Да, Ирина, спасибо огромное. Ой, тут столько всего интересного, прям глаза разбегаются. Мне тоже. Вот такой вот станок. О, я тут до косметики добралась. А, набор для плетения. У меня станок, а это набор для плетения. Так, сейчас мы посмотрим. Нет, тут станочек. А, станочек? Ой, как заскрипел. Ага. Вот такой станок, чтобы плести. Можно будет удвоить размерчик тогда. Да. Я заклею скотчем. Ну или клеем. Да, не кричи, а то тут мое ухо. Ладно. Классно, спасибо. Спасибо. Так,
Вот ну это. Что, давайте по косметике немножко. Если кто-то вдруг заскучал, все Максимкино было. Давайте немножечко моего. Тут подарков. Да, Максимка сегодня вообще у нас не уснет на эмоциях. Я тоже не усну. Ну давайте смотреть. На самом деле очень интересно. Скраб очищающий от чистой линии. Викуля мне прислала малиновые косточки, а Иринка прислала абрикосовые косточки. Она еще прислала косточки из киви. Нет, это другой. Не перебивай. Это женское. Так, роза. Питательный крем для рук, роза. У меня когда-то такой был, мне он очень понравился. Он очень классный. Хорошо ручки смягчает. Так, это то, что я хотела. Пенка для умывания, смотри, увлажнение. Виноградик. Да. Как вы смотрите? Козье молоко, сок алоэ, виноград, зеленый чай. А будто это меня... В пенке мы любим. А будто уменьшили наполовину раз, а один большой гель. Да. Белоручка. Крем для рук и ногтей питательный. Делает кожу мягкой, способствует укреплению ногтей. Много раз слышала, как хвалят вот этого... эту белоручку, но я сама не покупала. Я знаю, что он достаточно бюджетный, но по качеству очень хороший. Вот, поэтому с удовольствием, Ириш, буду пользоваться. Маска для лица, райское увлажнение от Планеты Спа, от Avon. Так, куда мне ставить? Ой, тихонько. Мыло. Так, подожди. Это мамочка. Макс, вперед меня. Мое туалетное мыло. Да, туалетное мыло. Мое. Красавчик, он поэтому его, да, вот такой красавчик. Да, ты красавчик. И новинка, как я его хотела, но так не заказала. Дикая Африка от Faberlic. У меня его нет, но мне очень хотелось. А помнишь, мы видели, когда приезжал заказ, вот такой вот. Это... Было жидкое мыло, помнишь? Это был гель для душа, у меня подруга заказывала. Да, но помнишь, мы видели, он был похож на мыло. А это то, что я хотела. Я очень хотела Adidas попробовать. Adidas? Да. Люблю фирму Adidas. Я сама в Adidas. Выброжули. Я говорю, сейчас уже эмоции шкалят. Все, ты успокойся, глубоко вдохни, посчитай до 10. Все, и молчи. Так что я очень-очень рада. Все. Все, Макс у нас в нирване. О! Клубника. Это гигиеническая помада. Интересно, для у кого? У меня была такая облепиха, и она мне очень-очень нравилась. Она, да. она для кого? Чья очередь иметь клубничку? А ты типа пользуешься. Вот она такого цвета. Но, по-моему, она не красит. Ну да, это да, обычная. У нее нет это цвета. Это облепиховая как. Дай понюхать. Так, все, угомонись. Вот так и сиди надутый. Тут остались пакетики-пробнички. Пробники вы издалека вряд ли увидите. Вот три от Yves Rocher. Маска от Дизао. Вообще, я очень люблю маски, на самом деле, от Дизао. Я не один раз уже их тестировала, пробовала. Я тоже. А ничего подобного. Это не маска. Это BB-крем. BB-крем с органической ягодой асаи. Комплексный увлажняющий крем. Тон 3. Ух ты, а я такого даже и не видела. Правда, вот я смотрите, тоже. От Дизао. А это не маска, а крем. BB-крем и тут в двух саше. Потом поточнее-то я разгляжу, что это такое. И от Yves Rocher еще один пробничек. Этот пакетик пустой. Ну, а может, давай начнем с этого? Давай. Или с этого? Открываем следующий. Ой. Я так пошутила с валерьянкой-то. Это мне надо. Продолжение для тебя, мамочка. Тут смотри, что. Ага, не кричи. Ну, что для тебя? Как это запечатано? Сейчас, распечатано. Тут уже не выображай. Ой, как тут много всего. Очень хорошо так все запечатано. Молодец, Ирин, спасибо. Ничего не раскрылось. Ага. Так, это у нас гель для душа. Ой, да какой он густой. Вообще прям как масло. О, так медленно течет. Да.
апельсин и корица. Да, апельсин с корицей. Вот это распаковано. Это вишневый конфитюр от Faberlic. Очень вкусный аромат. Я сейчас пользуюсь как раз крем-суфле для тела. Так, тоник для лица, Вилента. Никогда не пробовала, с удовольствием потестирую. Тоник для лица очищающий, с гиалуроновой кислотой. Классно. Профессиональный уход для всех типов кожи. Потом откроем. Вот, держи, я его открыла уже. Это юный османтус. Мягкое мыло для рук. Классное. И там такое интересное вижу. Что-то интересное мы уже видим. Ну давай, смотри, что там. А, оно поглубже. Там еще много, не уходите, будьте с нами. Там поглубже это, так что начнем с этого пакетика. Так, чего тут только нет. Вы только посмотрите, какое чудо. Вот такая вот киска. Вот такие самолетики. Это в клеточку тетрадь толстенькая. Первая была в линеечку. И еще в линеечку вот такие машинки. Тетради нам нужны. Спасибо, Ириша, огромное. Вообще такая посылка классная. Ага, и ручка. Классно. Ой, а тут вообще смотрите, какое чудо. Блокнот с ручкой радуга. Вот такой радужный, позитивный. Очень толстая корочка. А если не умеешь рисовать сердечко, то тут есть формочка. Даже формочка для рисования сердечек. Буду мамочки рисовать. А почему ты будешь? Это мое. Но ручка моя. Ну, подумаю. Ой, такая прелесть вообще. Ну, вы знаете, что я канцелярский любитель. Канцелярская любительница. Это мне, наверное. Петербургские сказки. Андрей, подожди. Сейчас посмотрим. Это мое. Макс книги очень любит. Это мое, наверное. Подожди. Андрей Зинчук. Очень петербургские. Максим от автора. Серьезно? Да. Стоп, автор мне подарил эту... Да. И даже расписался, вы посмотрите. Автограф? Автограф лично от автора для Максимки. Вот это сюрприз, Иришка. Я никогда не получила автографа. Представляешь? Я знаю, что Иринка ездила в Петербург. И вот смотрите. Она познакомилась с автором? Да, и Максимке вот такой вот привет от автора этой книжки, от Андрея Зинчука. А получил иногда... Ну, держи. Автограф, не могу поверить. На тебе даже пакетик. Спасибо. Радости нет предела. Я вообще поразился, а то еще? И вот такой вот, как это называется? Книга сказок. Нет, это рисовать. А, рисовать. Да. Антистресс. Антистресс. Да, сейчас я вам покажу. Все упаковано отлично, Иринка. Прям все с такой заботой упаковала. Ой, какая интересная. Такая толстая, очень яркая, красивая. Смотрите. Вот такой вот. Я вам кверх ногами, правда, покажу. Но вот так. Так что можно рисовать. Классно. Все, этот пакетик тоже пустой. А этот еще нет. Пластики. Смотри, тут тебе сказать что? Ну, смотри, скажи. Самолет. Красный самолет или ракета. Вертолетик и НЛО. Вот такие вот пластики. А НЛО прям порхающие. Даже тарелка летающая. Пластика. А, это прям поближе покажи. НЛО. А ты так в рифму заказала, там вот такое летающее НЛО летающее. Ух ты! Ух ты! Классно! Вот столько резиночек. Ой, какая красота! Теперь Макс наплетет разных интересных штук. Вот столько! Вот столько резиночек. Иринка, спасибо. Наплету штучек. У нас теперь у Максимки и резинок огромное количество, вон сколько. Шину. И вот как это называется? Станок. Станок. И станок для плетения. Спасибо огромнейшее. Спасибо. Ой, там еще так много.
А уже глаза у меня и вообще от радости-то. Ластик. Вот такой Левушка. Лева. Лева, да, Ластик. И вот такой пандочка Ластик. Черный Белинов. Да, такой классный вообще. О, вот это вот интересно. Ну давай, что тут интересного? Ой, какое. Необычное. Я догадываюсь, что это. Неужели это органик тир? Органик шоп. Это, наверное, баночки. Моя мечта. Куда полез моё? Иринка, они до меня доехали. А что такое органик шоп? Просто все девчонки показывают, мне тоже хочется. Я весь наш город облазила, у нас нету. Вот, ну никак не завезут этот органик китчен. Стоп, он же для готовки. Нет, стоп, подожди, дай я расскажу. Рассказывай. И наконец-то мне Иринка, ну не наконец-то Иринка, спасибо Иринке, что они у меня наконец-то появились. Это увлажняющий бальзам для волос «Имбирная корона», 2 штуки. Ой, какая же это красота. Это шампунь и бальзам для волос. Вот такая красота. Ну я так мечтала вот о таких баночках. Я у каждой девчонки в роликах говорила, ну когда же к нам привезут их тоже. 2 разных. Радужный орех, это маска восстановления для волос. Ой, какое чудо. 100 миллилитров, они все по 100 миллилитров. Макс уж все тут подряд достает. Акуна банана, питательный крем для рук. Его кто-то недавно хвалил и говорил, что нужно... У Кати Потяковой вроде, я в ролике видела, и говорили девчонки, что надо совсем немножко, а руки напитывает очень хорошо. Смотри, какая рука с пером прикольная. Смягчающий скраб, ванночка для ног, щекотка. А, понятно почему. Она щекотит, что ли? Ну, еще не знаю, посмотрим. Скажи потом итог. Так. Я хочу пощекотаться. Моделирующий крем для тела. 90-60-90. Я согласна. Это мой любимый размер. Ой, спасибо. Ночь перед Рождеством. Расслабляющее густое масло для тела. О, классно. Какао, корица, свежий кардамон. Ой, я такая радостная. У меня органик китчен. Прямо, знаете, как во сне, ущипните меня. Настолько приятно. Я так хотела их иметь, и у меня теперь они есть. Ущипнуть тебе? Нет, не надо. Да ущипнуть или нет? Макса пора выгонять. Он у меня весь изображался уже. Так, тут что-то упаковано. Где у нас ножницы? Вот они. Давай. Ой, чуть-чуть не сломали. Никак. Что у меня не получается. Что там? Сейчас узнаем. Какая-то прям коробка интересная. Да. Печатная. Ой. Не, ну если у меня так эмоции шкалят, то я представляю, каково ребенку. Они-то вообще не умеют справляться. Вот такая коробочка. В горошек. Ой, у меня прямо это... Так классно, так интересно. Вау. Вы знаете, что это? Что это? Это мыло ручной работы. Не может быть, тут такая... Иринка, ты его сделала сама. Яичница. Так, я вам сейчас покажу поближе, а потом Максимка посмотрит. Смотрите. Ой. Так, что-то Макс своротил. Прям яичница. Прям розочка. Мы все встали. Тихо, Максим, тихонько. Вот такая красота роза. А это прелесть просто. Подожди. И вы знаете, еще прям очень пахнет. Вкусно-вкусно. Дворцовый мост, Санкт-Петербург. Вот такое вот. Представляете? Так пахнет вкусно. Макса я не угомоню. Вот такое мыло. Вообще такое интересное. Так странно пахнет. Ножка такая вот. Вот такая ножка. Так. Мандаринка. Самая настоящая мандаринка. Мы с тобой их поделим, потому что тут 2. Вот такая мандаринка. Ой, вообще чудо такое. Ой, понюхай, как вкусно пахнет. Трава. Ландыш. Это ландыш. И вот такой вот шикарный ландыш. Ой,
мамочка, мы с тобой так разделим круто. Какая красота, Ириш, спасибо огромное. Огромнейшее. Очень-очень мне понравилось. Надо же, вот как так можно? Прям как мандаринки-то прям дольки. Ага. Прям съедобные. Так. Давай с этого. Ну, давай. Так. Ой, а это, как... это еще не дно. Не там с... еще много. Очень. Какой вот такой тяжелый пакет тяжелый. Тут сладости. Тут много-много сладостей. Сейчас покажем. А, я видел такие а, классные. А, это молоко. Трубочки да, сосать. Трубочки, в них наполнитель со вкусом шоколада. И пьешь молоко, и вот вкус шоколада. Сейчас дальше. Чувачок. Ой, какой тяжелый. Бон-пари. Что это? Бон-пари. Это леденцы со вкусом фруктового микса. Знаю такие. Ой, какая красота. Печенька Барни. Да, Барни. Любим мы Барни. Еще бон-пари. Орео! Ура! Я обожаю Орео! Вот такое печенье. Отломили, не кусни. Да правда, какое-то правило было типа такого. А, покрутили, изни, обмакни. Видите, написано. Я думаю, это он мне посоветовал так быстро. Чего сделать? Чуть не откусила. Сникерс. Какой-то белый. С миндалем. Не тормози, Сникерс, нет. Тормозни, Сникерс. Супер питательный батончик. О, какие классные. Дайте мне валерьянки второй стакан. Посмотри, чупа-чупсы сжимать. И ему тоже валерьянка. Маленькую порцию. Вот столько чупа-чупсов. Один, вот этот, один гигант, там гигантский ест, и они вот... Да, вот один такой с жвачкой. Гигантский. Все, один обезврежен. Иришка, вообще столько эмоций, столько восторга у нас. Конфетки. Ой. Вот. Как интересно, я такое не видела никогда. Красота. Вот, смотрите, какая прелесть. Вот в такой коробочке чудесно. Ой, ну мы потом откроем, посмотрим. Реально интересно. Ура! Все такое еще интересно, все в коробочках. Марьбой, как раз мне недавно присылали, и я не наелся. Потому что, правда, их мало, а вкусно. А тут еще вертушки. Какая вы это да, там внутри юла. А, прошлый раз у него тоже была юла. Сейчас я вам покажу поближе. Угу. Вот ну, как поближе? Я ближе-то не дотянусь. Ну, в общем, такая вот юла. Вот такие еще сладости. Ну и... Атарина... Ой, ой. Так, давай, я сама скажу. Ну и вот такой от Organic Shop. Ну, типа каталога, наверное. Никогда в руках ничего подобного не держала. И поэтому с огромным удовольствием я полистаю. Ну, мне правда интересно, потому что в такие магазины я попасть, к сожалению, не могу. Так как живу от них слишком далеко. Вот. И тут, вон, смотрите, девушка с какой чудо-косой. Покажи. Это Рапунцель. Вот. Ну, ребенок лучше знает. А самое последнее у нас ножницы. Самая полезная вещь, в общем. Вот такая огромная посылка. Эмоции через край шкалят. Я в восторге, если честно. Столько всего интересного. Ну, мыло ручной работы, это вообще сногсшибательно. Да. Столько ластиков, столько канцелярии. Organic Kitchen, это вообще чудо. Кажется, я видела подобный мост. Тут же, кажется, у меня там есть. Ну, это магнит, а у тебя теперь было. Ага. Кажется, я его там с корабликами на воде был. Кажется, нам что-то кажется. На тебе коробку. Кажется, я уверен. Кажется, он уверен. Спасибо, Ириша, огромное. Вы знаете, у Иринки есть свой канал. Она на нем очень много всего интересного выкладывает. Вплоть до своих запасов. Разные заказы с разных косметических... сайтов, да. И Avon, и Faberlic, и... Organic Shop. Ну да, и это тоже покупки.
Я ссылку обязательно оставлю под роликом на Иринку, потому что у меня редко получается так, что блогер присылает посылку. Ну вот, Иринка, как раз есть возможность хотя бы познакомить вас с ней. Интересный человек. Спасибо всем за внимание, спасибо всем, кто был с нами. Надеюсь, вам было с нами интересно, несмотря на то, что эмоции наши шкалят. И всем пока. Всем пока. Я сейчас. Иди выключай. Спасибо. Чуть-чуть удобно. Давайте я поближе все покажу. Снова я все разложила. Вот они, эти баночки. Чудесные от Organic Kitchen. Правда, девчонки, так мне хотелось, чтобы они у меня тоже были. Ну, хотя бы не то, чтобы там все, но попробовать. Вот хотелось мне в руках подержать. Настолько интересно. Максимку я положила спать. Он эмоционально перегруженный, даже расплакался. Эмоции шкалят, не может справиться. Лег спать. У меня у самой голова разболелась от эмоций. Сегодня такой день насыщенный, прямо радость кипит. Вот такие вот средства. Очень рада я, Иринка, тонику, потому что не пробовала. Очень рада Адидасу, дезодоранту. Давно хотела, но то цена не устраивала, то найти не могла. Ну, в общем, так у меня его и не было. Мыло это просто шикарное. Вообще настолько красиво. Оно даже вот блестит все. Вот яичница классная. Вот мы сложили с Максимкой будочку такую собачью. И вот около будочки сидит такая собачка. Вот тут много сладостей. Сладостей Максимке теперь хватит на очень-очень долго, потому что он очень мало их сейчас ест. Ну, как бы вот я стараюсь до обеда, чтобы он одну-две штучки, если съел, и все. Вот поближе хочу вот эти фломастеры показать. Уж больно они мне понравились. Такие вот. И вот эти вот маленькие тоже оригинальные. Да и сама косметичка прям такая классненькая. В ней можно хранить мои карандашики для глаз. Очень понравились вот эти вот чистилки для очков. Также солнцезащитные можно чистить. Ну супер. Много-много ластиков. Вообще они такие классные. Понравились. Вот этот просто впечатлил своим размером. Смотрите, он с мою женскую ладонь. Вот эти карандашики интересные. Набор оригинальный. Карандаши, фломастеры. Давайте поближе покажу. Вот такую вот книгу. Вот этот блокнот классный вообще. Это книжка. Рисунок, тетради. Я сейчас упаду. Вот такие тетрадки. Ой, прямо я в восторге. Так все нравится. Мыло. Это вот наборы для творчества. Хочу еще показать разок вот эту вот шкатулочку и вот такое вот украшение. Браслетик и серьги. Очень все понравилось. Только всего, так всего много. И сладостей много. Иринка, огромное тебе спасибо. Еще раз, вроде бы ничего не забыла. Все показала поближе. Ничего не упустила. Очень все понравилось. Ну, теперь точно прощаюсь. А то уже надо еще грузить ночь. Так я и не вспомнила, как это называется. Подставка под карандаши и ручки. Вообще, надо же, заклинило на весь вечер. Вот такая оригинальная подставочка и снизу точилочка. В общем, супер. Можно прям на стол класть, на парту. И вот так вот втыкать. Все, спасибо всем за внимание. И теперь уже пока.